1 июля в Севастополе отменят автоматическое продление социальных выплат. Решение приняли на заседании правительства города в четверг. Более года в рамках кампании по противодействию распространению коронавируса жители Севастополя получали пособия и выплаты, не обращаясь в органы соцзащиты для их подтверждения. Следует отметить, что федеральными законами 104 и 418 в отношении мер поддержки семьям с детьми также были приняты такие меры. Была предусмотрена возможность автоматического продления и срок установлен март 2021 года, и впоследствии он не продлевался. Мы предлагаем признать утратившими силу и наши постановления в отношении региональных мер, и эти все нормы будут вступать с 1 июля 2021 года. К региональным мерам соцподдержки, которые требуют продления, относятся государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, пособие на ребенка одинокой матери, пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 3 лет, ежемесячная денежная помощь по уходу за инвалидом первой-второй группы вследствие психического заболевания. За оформлением пособий необходимо обращаться в районные управления органов соцзащиты либо отделение многофункционального центра.